Общегородской субботник прошел 22 апреля. Участие в традиционной весенней уборке и благоустройстве города приняли сотрудники различных предприятий, дорожных и коммунальных служб, ТСЖ и управляющие компании, а также школьники, преподаватели и студенты вузов и колледжей, транспортные организации, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, а также инициативные граждане. Так, с 9 часов утра субботник начался на форте Суворова. Это один из интереснейших объектов Владивостокской крепости, расположенный в районе Зеленого угла. Здесь уборку проводили сотрудники администрации Владивостока и активные жители. Участие в акции принял и глава города Константин Шестаков. Кроме того, жители вышли на десятки других городских территорий. Работа шла в районе береговой части реки Объяснения, бухты Сухопутной и улицы Космонавтов, а также на мысе Калузина в районе станции Моргородок, на улице Капитана Шефнера и многих других. Порядок на своих прилегающих территориях навели сотрудники разных предприятий.